Вчера прошли ежегодные парашютные прыжки, приуроченные ко дню воздушно-десантных войск. В мероприятии приняли участие волонтерская рота боевого братства и клуб «Наследие» при поддержке Магаданского парашютного клуба. Идеально, если такое событие пройдет именно 2 августа. Однако в этот день погода в Магадане не подходила для прыжков. Зачастую именно военные вспоминают былые времена и достойно отмечают праздник прыжком с парашюта. Но вчера прыгали и просто ребята, которые хотят ощутить адреналин. Прыгают как ветераны, ну, упор наш это основной на молодежь. Подрастающее наше поколение прививаем к парашютному спорту, естественно, прививаем их любовь к небу, к парашюту, к службе в армии. Надеемся, что в будущем кто-то из них будет служить в элитных воздушно-десантных войсках и с честью защищать нашу родину. Магаданская областная организация ветеранов «Боевое братство» с 2015 года дает возможность отточить навыки опытным парашютистам, а также дарит новые незабываемые эмоции и воспоминания новичкам. Для многих из них это возможность выразить уважение к тем, для кого прыжок с парашютом не подвиг, а лишь малая боевая задача. Однако нельзя просто сесть в самолет и прыгнуть. Для начала нужно будет пройти небольшое обучение, сдать экзамен, и только после этого у всех желающих появится возможность сделать шаг и ощутить прекрасный момент полета. Изначально все проходят теоретическую подготовку, то есть изучают возможные там ситуации, как с ними действовать, пробуют выпрыгивать с самолета, висят в подвесной системе. Это все на протяжении нескольких дней, после этого всех допускают только к экзамену, и после экзамена уже допускают на прыжки основные. Перед самим прыжком еще также проходит наземная подготовка, где все это повторяют, рассказывают, ну так, чтобы убедиться во всем. В этот день в прыжках участвовало около 30 любителей острых ощущений, и среди них 6 новичков, которым также удалось побывать в свободном полете. Более этого, некоторые парашютисты сразу после приземления с радостью поделились своими эмоциями с вечерним Магаданом. Ну что? Хорошо, нормально. Правда, не повезло, что ты не судишь. Видно. Как тебе эмоции? Офигенно. Я еще хочу. Понравилось? Да, мне понравилось. Это мой второй прыжок, в отличие от первого. Со второго уже страшнее, так как ты уже понимаешь сверху, когда ты находишься, что находится внизу и куда ты прыгаешь. Первый раз-то у тебя все мутно, ты не понимаешь, а первый раз уже как бы пободрее и все тряслось. А еще ж перерыв был у нас долгий из-за карантина, 2 года не прыгали. И как бы все уже забылось. И когда точнее сели на самолет, полетели, то воспоминания хлынули. И снова этот адреналин пошел.